В Брестском государственном университете имени Пушкина прошла ярмарка целевой подготовки. Будущих абитуриентов, их родителей, учителей и директоров школ встречал традиционный день открытых дверей, во время которого преподаватели и студенты презентовали свои факультеты. Без пяти минут выпускники школ смогли познакомиться с крупнейшим учреждением образования региона, а также с нюансами грядущей вступительной кампании, о которых им рассказала ректор Брестского государственного университета Анна Синдер, подробно остановившись на нововведении при приеме на целевое обучение. В этом году и новые правила приема в университеты, и вместе с тем тоже изменены формы аттестации выпускников школ. О централизованном экзамене, который будет проходить в школе, вместе с тем, какие экзамены они будут сдавать в соответствии с выбранной специальностью. Всего Брестский государственный университет предлагает более десятка различных специальностей высшего образования. Подробно о каждой абитуриентам рассказали преподаватели и студенты Альма-Матер. Интерактивные площадки организовали все 12 факультетов, которые предоставили информацию не только в устных консультациях, но и на практике. А потому многие из ребят с уверенностью сказали, что будут поступать именно в Брестский государственный университет имени Пушкина. Каждый человек волнуется о своем будущем и должен определиться со специальностью. Я сейчас рассматриваю несколько вариантов. Здесь тоже никакие специальности, как мне порассказывали тут ребята. Там вот юридический факультет, исторический. Очень интересно, какие мероприятия дают нам прикоснуться как-то поближе к этой жизни, с которой мы до этого не сталкивались. Я ученица 11 класса, и вообще я выбрала профессию врача и хочу поступать в медицинский университет в Минске. Но вот на эту ярмарку я пришла, чтобы познакомиться с образованием именно моего родного города и, может быть, пересмотреть что-то для себя, если не получится поступить туда, куда я хочу. Это очень важное мероприятие, потому что дети приходят сюда, окунаются в жизнь университета, смотрят, им рассказывают, какие проходные баллы, как живет вообще факультет. И, возможно, кто-то еще не знает, куда будет поступать, и это мероприятие служит для того, чтобы они определились в выборе своей дальнейшей жизни, своей дальнейшей профессии. Всем абитуриентам, пришедшим на ярмарку целевой подготовки в выборе той или иной профессии, пожелал удачи первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облсполкома Александр Жук. Я желаю вам, ребята, конечно, в ближайшей перспективе это нормально сдать централизованные экзамены, которые предстоит, пройти другие испытания, связанные с окончанием третьей ступени общего среднего образования. Ну, знаю, что здесь есть выпускники 9 класса, ну, второй ступени образования определиться дальше в получении либо профессионального, либо продолжить обучение в школе. Пусть ваши надежды все сбудутся, пусть они совпадут с нашими чаяниями, потому что это наш интерес. Ну и в жизни пусть у вас будет все хорошо. В завершение встречи студенты Брестского государственного университета имени Пушкина представили небольшую концертную программу, которая убедила будущих абитуриентов в том, что университет славится не только качественным образованием, но и дает творчески развиваться.